Вот такое вот интересное видео. Что это такое? А это дорога. Это путь, который каждый человек, если правильно выберет, то обязательно дойдет до конца. До какого-то определенного финансового или до какого-то другого результата. Не так ли? То есть, если мы выбираем дорогу, и мы выбираем эту дорогу не просто так, мы по ней идем, нас интересует конечный результат. И мы обязательно достигнем этот результат, если мы начнем движение. Как вы, друзья, собираетесь, уважаемые подписчики и не только гости канала, как вы собираетесь зарабатывать деньги в интернете, не встав на эту дорогу? Когда вы пишете «расскажи», «покажи», «возьми в команду», это ничего не значит, потому что взять в команду, да это легко. А готовы ли вы выбрать дорогу эту и по ней шагать для достижения своего собственного результата, будущего результата? Ответьте сами себе на этот простой вопрос. А вы хотите жить хорошо? Вы хотите хорошо зарабатывать? Чего вы вообще хотите? Ответьте себе на эти вопросы, на простые. Если вам надоело работать за еду, если вам надоело работать за счет фактуру, если вам надоело вообще работать, добро пожаловать в интернет-бизнес. Приходите в команду, оплачивайте бизнес и начинайте развиваться. Ну что я еще могу вам сказать? Да ничего, больше сказать нечего. Так что, кому интересно, переходите в шапку профиля, там есть ссылочка на мой телеграм-канал. Нажимайте на нее, переходите в телеграм-канал «Бизнес у папы в декрете» и внимательно изучайте всю ленту за полтора года, чтобы понять, как прийти к успеху. Выбранную дорогу. Как я выбрал дорогу, почему я ее выбрал и что мы сейчас имеем. Мы имеем стабильный классный бизнес в интернете, который позволяет зарабатывать деньги, отдыхать. Сегодня у нас пятница, вот, пожалуйста, время сейчас московское. Без одной минуты пять, когда я это записываю видео, гуляю, иду в магазин, отдыхаю. Хотите так же? Начинайте. Начинайте движение вперед, навстречу своей мечте.